Ну что, добрый вечер понедельника. Мы продолжаем нашу серию эфиров. И мы с вами уже практически 5 месяцев встречаемся по понедельникам, делаем эту жизнь лучше. И я рассчитываю, что мы будем это продолжать, и вы будете это делать самостоятельно, даже если этих эфиров не будет. Добрый вечер всем. Приветствую, кто смотрит уже, кто подключается. И пока вот такую вводную часть чуть-чуть, ну, во-первых, те же самые правила, которые были, не пишите сюда вопросы, я их не успеваю читать, пишите их под эфиром, после того, как я его сохраню. И второе, я к следующему эфиру пробую отвечать, ну, на какие-то вопросы, о которых я знаю и которые для меня понятны, потому что выдумывать не имеет смысла. С чем-то я не сталкивался. Я, конечно, могу смотреть по симптоматике, но это будет такое некоторое выдумывание. Вот. А выдумывать здесь мне не очень хочется. Второй момент. Я напоминаю о том, что если вы для вас эти эфиры полезны и вы готовы выразить свою благодарность за эти эфиры, можно это сделать, оказав помощь приюту «Остров Надежды». Координаты его, ссылку на их аккаунт я оставлю, как всегда, под эфиром. Там находится больше, ну, около 700 животных, и собаки, и кошки, и в наше время ваша помощь будет не лишней. Они достаточно тяжело это переживают сейчас. Хорошо, а мы идем вперед. Начнем с вопросов, которые были написаны под эфирами. На какие-то я планировал ответить еще в прошлый раз, но не успел. Сейчас посмотрим. Хотелось бы мне начать еще вот с такой темы. Я был, ну вот у нас курс школы идет, и я был сейчас на нескольких днях из вот этого блока по ГНМ и обратил внимание на такой вопрос, когда преподаватель рассказывает, и нам, как преподавателям, в большинстве случаев понятно, о чем мы говорим. Но идет такое внутреннее искажение понимания биологического смысла. Да, есть биологический смысл, который описан. Не пишите сюда вопросы, не успеваю их читать. Когда есть биологический смысл, который описан в таблицах, да, то есть там расширение чего-нибудь, там усиление функций и тому подобное. Это, конечно, нужно знать, но это можно посмотреть в справочнике, там, в дорожных картах, дорожной карте германской новой медицины. Но есть второй момент, что, во-первых, мужские и женские особи реагируют по-своему в живой природе, там есть вот эта привязка, да, там та же территориальная, допустим, что территория закрепляется за самцом, он ее охраняет и расширяет, самка приходит на территорию к самцу. И если возникают какие-то территориальные конфликты для особей, у которых не изменен гормональный статус, то есть они не принимают препараты, там, допустим, противозачаточные, либо еще какие-то, то есть вот это привязка биологическая, как действовать. Да, в то же время там мужчина, ну или мужская особь будет на внешнюю опасность защищаться, женская особь будет там прятаться, прятать детишек и прочие моменты. Да, это там иногда связано с возможностью нарычать или там наоборот голос спрятать свой. И вот такую биологичность, на нее стоит обращать внимание, стоит, конечно, изучать, как животные в каких-то условиях реагируют. И второй момент, который не очень понятен, оказывается, вот обсуждаем, допустим, ну, там конфликт для желудка, да, и там есть какие-нибудь для малой кривизны желудка, конфликты территориальные, опять же, и есть такая привязка, да, в живой природе. Почему там показатели падают, и там анемия возникает, и там железодефицитные и прочие моменты. Нет территории в живой природе. Мне не нужно проявлять активность как самцу. То есть
Вот этот момент нам с человеческой точки зрения не всегда понятен. То есть, казалось бы, нет территории, беги и там завоевывай территорию. Ты должен быть более активным. Логика природы другая. Логика природы нет условий, затаись и пережди. Я уже повторял этот момент, который, видимо, убегает из смыслового поля. Конфликт. Это режим ожидания благоприятных условий. То есть, пока я в конфликте, я жду вот этих внешних изменений. Если у природы они зависят от показателей среды, там, температуры, влажности, освещенности, еще чего-то, у человека они начинают зависеть от психики и от нашего восприятия. Но логика очень простая. Нет условий, там нет территории. Функцию надо выключить. Нет условий для размножения. Функцию надо выключить. Нет там воды. Нужно удерживать эту воду. Нет возможности двигаться. Тебе нужно напрячься, чтобы когда появится возможность, ты двигался. Там сахар в крови, да, там нет битвы, но тебе нужно быть готовым. Вот на эти моменты, когда вы начнете обращать внимание, вам будет гораздо легче понимать подход доктора Хаммера и вот, ну, теории ГНМ в применении, да, то есть легче будет это делать. Это вот такое вступление, о котором мне почему-то хотелось сказать вам. А мы пойдем вперед и давайте начнем с легких вопросов. У меня сегодня настроение про легкие вопросы рассказать, что-то я устал про тяжелые разговаривать и обсуждать их. Давайте попробуем пообсуждать такую тему, как волосы. И несколько вопросов было однотипных про седину, про раннюю седину, про жесткость там или тонкость волос, про какие-то вот такие моменты, которые мы можем наблюдать. Ну и вот даже там у меня там вот седые волосы, да, там есть. И я уже говорил об этом. У меня там с левой стороны седины больше, чем с правой стороны, да. То есть такие моменты, которые проявляются определенным, ну, определенным симптомом. И вот здесь, когда мы говорим про волосы, стоит вот эту, про лысину, стоит вот эти моменты, опять же, по алгоритму разобрать. Мы рассматриваем ткань, что происходит и в тканях какого вида. Потом из этой ткани рассматриваем тематику конфликта. Из локализации, где на теле это происходит, складывая локализацию и тематику конфликта, мы можем делать какие-то выводы, разбирая симптом в обратную сторону. Если у вас симптомов нет, не забывайте о технике безопасности. Не придумывайте себе болезни. Да, вот это совершенно бесполезно и бесполезное занятие, давайте так скажем. Хорошо. И если мы рассмотрим волосы, то важно обратить два на следующие два момента. Первый момент. Волосы относятся к эктодермальным тканям. Это видоизмененный эпидермис. Да, если мы говорим о волосах, это видоизмененный эпидермис, то есть наша поверхностная кожа, да, точно так же, как и ногти, эмаль зубная и волосы, да, то есть все они относятся к так называемым красным тканям и отвечают на тематику конфликтов. Это территориальные конфликты, конфликты границ и разделения так называемого. И вот если мы говорим про волосы, и, собственно говоря, как и в коже, так и в волосах есть клетки, которые отвечают за пигментацию. Да, меланоциты, которые в эпидермисе отвечают за цвет. И клетки, которые отвечают за пигментацию, в волосах то же самое имеют место быть. И когда мы находимся в конфликте, у нас проявляется следующий момент. Пропадает пигментация, если конфликт достаточно сильный. И тематика конфликта следующая. Это я от кого-то отделился, я потерял какой-то важный для себя контакт, или я разорвал связь
с тем человеком, который для меня важен. Помните, в живой природе, об этом тоже не стоит забывать, в живой природе отделение от стаи или разделение с жизненно важной там особью может грозить гибелью. Поэтому в живой природе так много проявлений вот контактных вариантов разделения. И если мы говорим, опять же, про волосы, у них есть еще одна функция. Это чувствительность. Кроме простого контакта, они отвечают еще за вот этот момент чувствовать. Я хочу, там есть у человека эмоциональный компонент, то есть я испытываю эмоцию, когда меня там кто-то гладил по голове. Плюс это жизненно важный человек. И я уже сказал, что вот, допустим, с моей стороны, да, у меня левая сторона, она поседела раньше, да, то есть там появились седые волосы гораздо раньше, и на правой стороне на тот момент еще ничего не было. Это было, достаточно давно там, но не очень активно. И понятный конфликт, в моей тематике, как я думаю, да, то есть я до конца, видимо, эту тему разделения для себя не прошел, но у меня не прогрессирует седина, то есть есть моменты, когда вот парикмахер мне говорит: «Костя, там их чуть больше». Потом приезжаешь там через месяц, она говорит: «А что ты делал? Их там стало меньше». Да, вот этот момент. Я это связываю с конфликтом разделения, там, со смертью своей мамы. И вот этот момент для меня, конечно же, очень важен и остается там важен, а это произошло очень, очень давно уже. Вот, поэтому, если возникает ранняя седина, и помните вот этот момент, да, вспомните, возможно, там, книжки про Великую Отечественную войну, там, когда фашисты там отбирали детей, допустим, и их там, не знаю, мучили, убивали, еще что-то делать, или там разлучали людей, кто там прожил вместе, да, там мужчину убивали, или там, с женщинами там делали, совершенно ужасные вещи. И это происходило там часто на глазах. И вот этот момент, когда люди рассказывают о том, что там был там человек, и на него смотрят там через час или через полчаса или там через какое-то небольшое время, а голова его полностью седая. Да? То есть на его глазах там убивают или на его глазах там что-то происходит, такое разделение, и человек оказывается полностью седой. Это вот сильнейший конфликт разделения. На коже он мог бы проявиться там витилиго, но, видимо, какие-то моменты связаны именно с таким и духовным родством, и близостью бесконечной. Вот эти моменты включены. Поэтому, если проявляется седина, ищите, с кем разделялись. У меня были в терапии женщины, которые обращались с вопросом вот ранней седины. И там, те случаи, когда мне удавалось это эффективно решить, там, допустим, папа на руках умер, да, то есть вот такой момент, когда приезжают, звонят, что папе плохо, приезжают, и папа там на руках неожиданно там умирает, да, у него там приступ, или там какие-то моменты, везут его в больницу, женщина едет сзади в машине в своей, а там отца везут в скорой помощи. И когда приезжают в больницу, говорят, что, к сожалению, так случилось, что вот он умер. Мгновенное разделение с чувствительностью. Вот я только-только его ощущал и перестал ощущать. И седина возникает. Вот такие моменты стоит поискать. Конечно же, это я рассказал только локальные какие-то случаи. У каждого они могут быть свои, но нужно искать вот чувствительность и разделение. Был еще один вопрос этой зоны касательно. Там спрашивали про толщину волос, да, что седые волосы, они становятся такими более грубыми. И я рассказывал свой пример, когда ко мне обратилась знакомая, и она сказала, что у нее в детстве были кудрявые волосы, а после там неудачно ее постригли очень коротко, практически побрили в детстве. И после этого они стали расти там жесткие, как солома. А после терапии, через 40 там с лишним лет, или там через 30 с чем-то,
волосы опять стали мягкими, вьющимися и, ну, то есть по структуре стали нормальными волосами. Конфликт разделения, при котором я не хочу чувствовать. То есть структура волос может меняться очень сильно от вот этой функции. Нужно мне продолжать чувствовать или я хочу пройти это разделение безболезненно. Помните, как наша внешняя кожа реагирует. В конфликте мне важно не чувствовать. И за счет этого функция уменьшается, что проявляется там в жесткости волос, в нечувствительности, ну и в отсутствии пигментации, как проявление сильного конфликта. Это вот такая тема, которая касается волос. Есть еще вопрос. Я в прошлый раз, по-моему, рассказывал про алопецию, когда полностью там голова, там волосы выпадают, включая там брови, ресницы. Вот. А есть очаговая алопеция, которая, ну, прям такие кругляши, да, на голове могут образовываться и зона какая-то выпадает. Вот такого рода проявления будут связаны с сенсорной корой, именно с чувствительностью, то, какой зоной человек воспринял, да, допустим, ему говорят там родители, видеть тебя не хотим, да, или там вот там плохо он как-то поступил, там может быть включен интеллектуальный компонент, но по практике не всегда. То есть больше локальное восприятие какого-то неприятного высказывания или локального разделения. Видеть тебя не хочу, вот не попадайся мне на глаза, вот чувствовать и такого рода тебя не хочу. Знать тебя не хочу, да, вот эта фраза, ну, была у меня у клиента, знать тебя не хочу, ему отец сказал. И вот такой момент проявился локальным облысением, да, то есть такие локальные пятна у него на голове появились. Это вот, наверное, тот комментарий, который я хотел дать по волосам. А мы идем дальше и давайте пообсуждаем, наверное, язвенный колит. Да, вот такой тоже большой вопрос. Я хоть сказал, что по легким мы сегодня пойдем, но язвенный колит мы попробуем тоже обсудить. Вопросов у меня их тут больше 20, поэтому что-то мы попробуем сегодня сократить. Есть два момента, ну, из таких, из классических взглядов на язвенные колиты. И я хочу сказать сразу, на какую тему. Медицинский диагноз, к сожалению, он будет в большинстве случаев винегретом. Да, то есть язвенным колитом или неспецифическим язвенным колитом могут называть ряд симптомов, которые будут связаны с несколькими переживаниями по поводу той или иной ситуации. И если мы будем рассматривать там язвенный колит, то ну, классический момент, важно понимать, что это воспаление слизистого и подслизистого слоя толстого кишечника в основном, да, то есть мы чуть подальше там болезнь Крона рассмотрим, да, это два таких раздельных диагноза. И если мы говорим про воспаление слизистого слоя кишечника, а мы знаем, что кишечная трубка – это желтые ткани, ну, там за редким, за некоторыми исключениями. И если мы будем говорить, опять же, вот в алгоритме, какая ткань, что происходит в тканях какого вида, тематика конфликта и локализация, то мы можем обнаружить одну простую закономерность. Поскольку это рецидивирующий или там хронический, и там есть острая, есть хроническая форма, понятно, если мы говорим о хроническом проявлении, да, то это говорится о том, что хроническое воспаление. Но если мы рассматриваем и помним о втором законе, о втором биологическом законе, о том, что все программы в теле протекают по двухфазной схеме, мы понимаем, что воспаление это является признаком фазы восстановления. Но поскольку это хроническое проявление, то
нам стоит говорить о рецидивах, о повторяющейся симптоматике и повторяющейся восприятии какой-то ситуации. И вот если мы рассматриваем в таком контексте, то нам становится понятно, что эта желтая ткань связана с каким-то, ну, с какой-то грязью оттенок, да, там есть вот это слово дерьмо, которое часто используют про толстый кишечник, но я бы не всегда использовал именно это, а что-то такое, от чего я хотел бы избавиться, но по каким-то причинам не могу, да, то есть у меня не получается вот этот оттенок, ну, грязи или несправедливости там, скорее всего, присутствует. От чего-то я хочу избавиться и не могу. Не могу дать чему-то ход. И, к сожалению, у человека в большинстве случаев это связано, ну, с такой, с финансовой стороной. Вот по моей практике, когда обращаются, ну, там обращались с язвенным колитом и с неспецифическим язвенным колитом, во всех случаях были замешаны деньги. То есть я вынужден делать какую-то грязную работу, и это может быть черная бухгалтерия, переработка. Меня заставляют делать что-то вне моего там штатного расписания. То есть что-то, что мне неприятно, но я не могу от этого отказаться, потому что это завязано на получение какого-то куска. Вот эта двойственность, таким образом проявляющаяся, приводит к постоянным рецидивам и, соответственно, вот этому постоянному состоянию воспаленного кишечника, диареи и всех там обезвоживаний и прочих сопутствующих показателях. Поэтому, если возникает вопрос к толстому кишечнику, конечно же, мы задаем моменты, от чего ты не можешь избавиться, что тебя пачкает, в чем какая-то несправедливость присутствует. Какой кусок в жизни ты хотел бы выкинуть, вот если бы у тебя была возможность из своей жизни что-то убрать, и твое выживание принципиально бы улучшилось. Вот такой вопрос стоит, конечно же, задавать. Это что касается неспецифического язвенного колита. И есть диагноз, который часто либо сопутствует, либо, ну, как-то объединяется в медицинской практике, это болезнь Крона, когда подключается еще и тонкий кишечник, да, то есть весь толстый кишечник включен, и при этом могут включаться какие-то части тонкого кишечника, иногда полностью, иногда какие-то локальные моменты. И стоит обратить внимание на следующее. Тонкий кишечник у нас – это как бы верхняя часть желудочно-кишечного тракта, кишечной трубки. Верхняя часть отвечает за такое получение от внешнего мира. Я очень хочу получить, и мне нужно из полученного взять как можно больше полезного. То есть что-то в мою жизнь должно прийти, я рассчитываю на то, что это придет, я испытываю эмоцию в связи с тем, что это приходит, и я пытаюсь это максимально использовать. А нижняя часть кишечной трубки и толстый кишечник, вот если мы рассматриваем, то это зона, при которой я хочу избавиться от чего-то. И вот когда мы говорим о болезни Крона и о воспалении там, частей тонкого кишечника и зоны илиоцекального клапана, когда он не перекрывается, он пытается объединить верхнюю и нижнюю часть. Вот здесь можно говорить о следующем моменте. Есть какая-то эмоция по поводу того, что я, с чем я контактирую, есть что-то, что я пытаюсь получить в свою жизнь, притянуть всеми возможными моментами, там на работе должность, там еще какие-то вещи. Я хочу и хочу это использовать максимально эффективно. Допустим, вот там, опять же, должность, да, я скажу, что человек настолько социален, что для него вот эти должностные моменты могут являться очень значимыми и знаковыми. И я хочу эту должность получить,
она решит много моих вопросов жизненных, выживания, кусок, да? Но при этом мне опять же нужно связываться с каким-то пачкающим моментом. То есть меня готовы назначить там главным бухгалтером, но при этом мне вменяют в обязанности там, ну это вот из практики вопрос, вести там черную бухгалтерию и вести там какие-то наличные расчеты, которые я не готова там под них подписываться, потому что там есть, допустим, ряд юридической ответственности аспект. И вот такой момент, девушка живет с этим состоянием, она понимает, что отказаться она от этой работы не может, ну вот на тот момент так у нее было, что она вынуждена заниматься тем, что она хочет, и это ей дает уровень жизни, она снимает квартиру там, ну ту, которую хочет, она там есть возможность машину купить, какие-то блага получить, но при этом она все время связана вот этим вторым обязательством, от которого хотела бы избавиться, и ставят ей болезнь Крона, с которой она долго успешно борется, пока не попадает в терапию. Вот эти моменты стоит для себя выделять именно взглядом на ту физиологию, которая протекает. Я повторюсь, там часто задают вопросы по книгам, и, конечно же, я рекомендую там научную карту новой германской медицины. И там германской новой медицины, да, там все-таки правильно. И второй момент, я, конечно же, рекомендую читать учебники по физиологии. Я часто повторяю эту фразу там на обучении о том, что лучшей книжкой по психосоматике является книжка «Общая физиология» или «Нормальная физиология». Если вы не знаете, как протекают процессы в теле, вы не можете нарисовать ту картинку, согласно которой клиент или там, ну, ваш кто-то пациент или еще кто-то знакомый, или, может быть, вы сами воспринял происходящее событие. Нужно знать физиологическое назначение и работу этой системы, и тогда вы можете гораздо шире посмотреть на ситуацию. Хорошо. Хорошо, мы идем дальше. Не пишите сюда вопросы. Я буду это повторять, как попугай. Хорошо, давайте мы возьмем кого-нибудь в эфир, чтобы время не тянуть, чтобы у нас была возможность поработать. И пойдем дальше, потому что я, получается, что ответил только там на три вопроса. Давайте, подключайтесь. Подключайтесь. Белые пятнышки. Хорошо. Подключайтесь. Это Елена Ройтберг. Давайте попробуем вот Елену. Если у нас получится коммуникация. Елена Ройтберг. Ася, добрый вечер. Да, про болезнь Крона. Ищите вот этот момент, который связан именно с вот этой двойственностью восприятия. Ну и, конечно же, там рецидивы, рецидивы и еще раз рецидивы. Ну что у нас? Будет возможность пообщаться или мы сейчас пойдем дальше? Хорошо, я отключаю тогда. Не соединяет нас. Давайте мы посмотрим еще кого-то. Так. Даже не знаю, я Оля Шоу. Давайте посмотрим, если я правильно назвал. Чтобы время не задерживать, если не получится сегодня опять, если нам всемирная паутина не даст пообщаться. Ну, да, удивление. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Правильно? Меня зовут Ольга. Ольга, да, ну все значит там правильно, потому что бывает так, что ники используют разные. Хорошо, Ольга, что вы смотрите эфир или просто случайно с нами состыковались?
Да, я смотрю эфиры, и мне очень хотелось попасть к вам на прямой эфир, Ну вот чтобы у вас разобрать свою такое ситуацию. произошло. Что вас беспокоит? С чем вы хотите поработать? Сейчас меня беспокоит отек вот в этой вот части. Вот я как раз только что намазала. У меня тут как опухло и отек. И как бы это очень давно появилось. И Уже. над обоими глазами или только с одной стороны? Над обоими глазами, вот здесь вот. Ну, вот я очень со многим это связываю, потому что я делала определенную зарядку для лица. Вот, ну, как бы вот так вот очень сильно нажимала вот сюда, вот проводила, ну, чтобы поднять веки. Вот такой зарядкой занималась. Уколы никакие в эту зону не делали, да? То есть там нейротоксины никакие не кололи. Нет, я не делала, но я болею уже больше года, вот и у меня эта ситуация никак не может разрешиться. Вот это воспаление именно, вот, ну, отек, в смысле, вот эта зона. Да, это воспаление. Хорошо. Сколько вам полных лет-то? 48. 48. И это больше года после того, как вы делали какую-то зарядку. Да, знаете что, там столько много всего произошло, я даже не знаю, с чего начать рассказывать. Начните, от кого вы пытались зажмуриться, что там такого происходило, что вы не хотели видеть, и это было для вас не очень приятно. Почему вы вообще решили этой зоной над глазами заниматься? Что вас так заставило? Почему веки-то? Вы же сказали ключевое, что веки хотите поднять. А веки у нас отвечают, ну, функция их понятна, да? То есть я хочу закрыть глаза для того, чтобы избежать чего-то, ну, не видеть что-то, или чтобы меня не видели, да? У психики, ну, у тела есть такой механизм, как у детишек, я не вижу, меня не видят. Вот веки в этом процессе тоже участвуют. Вот что вы там не хотели видеть? Вот я даже не могу ответить на этот вопрос, потому что я занималась не только этим. Там в этой зарядке было очень много всего, но как бы суть-то получилась, что у меня начало вот тут вот отекать. И кроме того, у меня были головные боли, и получилась ситуация-то, что у меня то ли съехало чего-то в позвонках, в шее, то ли на фоне стресса у меня был мышечный спазм мышц шеи. Мануальный терапевт, к которому я попала через полгода, как начала лечиться, он мне сказал, что у меня были зажаты и нервы, и Смотрите, давайте, да, я вас немножко прерву, в каком плане. Если мы рассматриваем теорию ГНМ, то понятно, что, опять же, из физиологии нам понятно, что все связано со всем, и там можно эти схемы рисовать и какие-то взаимосвязи находить, это безусловно так. Но в ГНМ мы все-таки чуть упрощаем поиск. Почему? Есть локальная зона, в которой реагирует определенные ткани, их может быть несколько, они могут быть из разных видов состоять, да, то есть и такая ткань, и такая, но в определенной зоне. И эта определенная зона выполняет определенную функцию, то есть не бывает так, что мы там ртом слушаем, да, грубо говоря. И вот если мы говорим об этой зоне и о веках, а эти зоны связаны. Понятно, что мы можем рассматривать фасциальную линию, которая идет назад, вот отсюда, да, задняя фасциальная линия, и с ней тоже может быть это связано. Но если мы опять же берем ГНМ, я спрошу два вопроса. Что в жизни не хотели видеть, от чего защищались, и куда вы, ну там, фактически, может быть, даже уперлись? Какой год назад, вот сейчас вам 48, 47 лет назад, что в вашей жизни происходило, на что вы хотели закрыть глаза и воспринимали это как препятствие? Вот я могу сказать, что происходило и во что уперлась. Давайте.
Ведь смотрите, я почему вас этот вопрос спрашиваю, да? Нам наше воображение гораздо сильнее той реальности, в которой мы находимся, в каком плане. Я могу представить, что там, допустим, я ударил кого-то, и у меня могут заболеть там костяшки пальцев. Я не вступлю в контакт, но я чувствительную зону включу здесь. И вот таких моментов очень много. Мы можем, а здесь нервных окончаний достаточно много, мы можем представлять себе какой-то контакт, даже если не выводим его в сознание, но тем не менее тело будет реагировать на это как на реальный контакт. Вот давайте, вы начали говорить, во что вы уперлись? Я проходила обучение как раз в тот период, и как бы это обучение связано с зарабатыванием денег. И у меня не получалось. Как бы обучение вроде я успешно проходила, но заработать у меня не получалось. Вот. То есть тратить на обучение у вас получалось, а зарабатывать в дальнейшем не получалось. Ну И вот что? Если уперлась, то вот в это я уперлась. Вы решили эту задачу или нет? Нет. Это обучение связано с каким-то мануальным подходом, ну, с телом, с работой с телом или нет? Нет, Почему? Это обучение связано с инвестициями. Ага. А почему, как вы дошли до мысли-то здесь массировать? А этим я занималась уже давно, как бы я проходила тоже через интернет-марафон, и там много разных упражнений. Но почему я остановилась, сказала про это, что у меня здесь заболело. А кроме этого я делала и массаж шеи, и массаж... Хорошо, хорошо, Оль, давайте сделаем следующим образом. Я вас сейчас попрошу сесть поудобнее, закрыть глаза. Да, закрыть глаза. И взять, неважно, левую или правую руку, я попрошу вас поставить вот, ну, сантиметров 10 перед зоной глаз и лба. Да, вот так. А глаза закрыть, да, не смотреть. И вот сейчас вы свою руку насколько чувствуете? Я ее не чувствую. Чуть-чуть ближе подведите. Вот подводите до того момента, когда вы ее начнете чувствовать. Лбом имеется в виду? Да, вот этой зоной, которая у вас болит. Вот я уже чувствую ее. Вы Да. прикоснулись или нет? Прикоснулась уже. Да, вот сейчас ощутите это прикосновение, прямо ощутите. Да. Держите вот это ощущение, вам 47. Да. Вам 46. Да. 45. Вам 40. Вам 38. 37. Ага, вот 37-38. Что там в вашей жизни происходит? 37-38 лет, что происходит в вашей жизни? Что происходит? Что менялось в вашей жизни 37-38 лет? Не могу. Да, на что там хотите закрыть глаза? Я буду спрашивать вот этот один вопрос. На что хотите закрыть глаза? Вообще, уберите руку, да. Глаза пока не открывайте. Да. Я спрошу вас более общий вопрос. На что в жизни вы закрываете глаза? На что в вашей жизни вы закрываете глаза? На неустроенный быт.
В каком формате вы себя обесцениваете, ну, из-за того, что ваш быт не устроен? Ну что, как бы я не могу заработать, чтобы обустроить что, все. Какими словами себе говорите это? Недостойно. Вы недостойны иметь устроенный быт? Наверное, да. А кто решает, достойны вы или нет? Когда вы решили, что вы недостойны? Не знаю, у меня всплывает фраза, что каждый человек имеет то, чего он достоин иметь. Да. Вот сейчас этой фразы больше не существует, и она растворилась. Этой фразы вы никогда не слышали. Этой фразы вы никогда не слышали. Каждый человек достоин всего в этой жизни. Что, держите вот это, да, ощущение, вот там 37-38 лет, почему вы решили, что вы ничего не, ну, уже, ну, не получается у вас что-то в жизни? Что там такого произошло, что вы решили, что поздно, или вот сейчас уже нет, или вот, ну, какой-то такой момент, где вы сказали, что, ну, вот, что есть, то есть. Я потом объясню, почему я эти вопросы задаю. Да, тут чуть-чуть не по ГНМ мы идем. Ну ладно. Я даже не могу представить, что было такое. Вы там с кем-то или вы там одна? Одна. Одна. Почему вы там одна? Что в 37-38 лет вы одна, и почему вы говорите, ну, там, себе ставите ограничения по какому-то достижению чего-то. Хорошо, держите это ощущение. Давайте мы сделаем проще. Вот вам сейчас 5 лет. Скажите, мне 5 лет. Мне 5 лет. Вот знает ли та Оля в 5 лет, что у нее есть в жизни какие-то ограничения? Есть ли у пятилетней Оли уже ограничение, что вот в ее жизни может быть только вот это и больше ничего? Ну, и там какое-то ограничение. Есть. 4 годика. Есть. 3 годика. Есть. 2 годика. Есть. 1 годик. Есть. Оля только что родилась. Есть у нее ограничения в жизни или нет? Я думаю, что есть, но как вроде меньше. Вы думаете или ощущение есть, что ограничения? Вот та Оля считает, что у нее есть ограничения или нет? Есть. Есть. На основании чего она считает, вот человек только родился, какие у него ограничения? Там вы же родились, все, здоровый, счастливый ребенок. Почему вы родились с ограничениями? Что я кому-то что-то должна, ощущение. Да. Как ваше, то, что вы должны кому-то, как накладывает на вас ограничения? Что надо чему-то соответствовать. Чему вы в 37-38 лет не соответствуете? Своим представлениям или чьим-то? Своим. Своим.
Давайте, вот сейчас вы отсюда, вот 10 лет назад, оказываетесь там рядом с той Олей, которая почему-то решила, что ее представление о себе навязывает ей какое-то ограничение. В чем она там ошиблась? В чем-то Оля сказала себе, ну вот, все, вот это, нежели богато, нефиг начинать. В чем она там ошибается? Держите вот сейчас ощущение, что у вас над бровями происходит. Меняется что-то или нет в ощущениях? Вот над бровями я сейчас не чувствую. У меня Угу. перешло ощущение, но вот как бы оно там тоже есть. Угу. Там внутри, вот тут Да, вот там, да, вот эта связано. зона, она связана, да, и с пазухами, да, вот эта вся зона включена. Вопрос. В чем вы там ошиблись, решив, что в вашей жизни есть какие-то ограничения по тому, чего вы достойны или нет? Не потому, что у вас есть в этой жизни, а потому, что вы достойны или недостойны этого. Вот даже В чем ничего не приходит мне в голову. вы ошиблись? Хорошо, хорошо. Там я оказываюсь рядом с вами. Да. Я оказываюсь рядом с вами и говорю, Холь, в этой жизни люди достойны всего, что есть в этом мире. То есть все для них открыто, все, что есть в природе, для них открыто. И природа смотрит лишь на того, кто может это сохранить, приумножить и проявить себя как-то. Проявить себя для этой природы. Вот как там в 37-38 лет вы можете себя проявить? Что там вам важно сделать, какой-то шаг, чтобы себя проявить? Перестать внутренне возмущаться, а себя проявить. Ну, наверное, заботиться о себе больше. Угу. Вот если бы вы отсюда оказались там, рядом с собой, что бы вы себе сказали? Я бы сказала, что не надо заниматься столько тяжелым трудом и больше себе. Давайте, да, говорите вот прямо то, что там необходимо услышать, чтобы позволить себе проявиться в этом мире. Признать ту силу, которая есть у вас, да, та сила, которая, ну, есть у каждого человека для реализации его возможностей. Ну, как бы больше развиваться. Давайте. Давайте, говорите себе, разрешайте то, что там себе запрещали. Разрешать себе, посвящать себе время, давать Давайте. себе отдых. Давайте, давайте, говорите прям. Я разрешаю себе вот это, вот это, вот это, вот Я это. разрешаю себе заниматься тем, что нравится, а не тем, что нужно. Наблюдайте, наблюдайте за ощущением. Вот все вот там, что внутри у вас. Угу. Я разрешаю себе отдыхать. Угу. Что еще? Я разрешаю себе не делать то, что не нравится. Что меняется с ощущением? Ощущение как бы мягче становится. Да, держите. Я вас благодарю, Оль. Вы просто себе сегодня посвятите вечер, разрешите то, что вы в своей жизни запретили, и перестаньте возмущаться по поводу того, что жизнь там как-то несправедлива и мешает вам двигаться вперед. Я вас сейчас отключу. Вот, и дам комментарий, почему я выбрал вот такой момент. Я вас Спасибо. обнимаю. До свидания. До свидания. Смотрите, мы чуть-чуть пошли не по ГНМ, да, здесь такой момент возник, просто я доверился ощущениям просто своим. Просто когда начали говорить о зоне лба, и вот момент там сначала она сказала про закрытые глаза. Вот, а потом, когда мы начали идти вниз, прям появилось ощущение возмущения, да, ну, это такой достаточно специфический симптом, ну, легко определяемый симптом, когда появляется тяжесть такая в этой зоне, и, собственно говоря, почему
ну, как я думаю, да, почему эту зону хотелось разминать. Не потому что веки закрылись, потому что здесь все время, ну, помните, как насупленные веки, они связаны вот с, именно с переживанием внутри пазух носа. Прям здесь возникает такая тяжесть на лбу, и хочется эти зоны поразминать. Почему Оля, ну, как мне кажется, пошла этот момент. А в пазухах вопросы возникают по поводу несправедливости, возмущения, невозможности, ну, что-то в моей жизни не по-моему. Я себе, я хочу вот так, а это не вот, не, это по-другому. Почему я выбрал такой, ну, такую терапию? Вот в данный момент мне показалось, что это будет более эффективно. Именно доверился ощущениям, которые были. Не знаю я с точки зрения ГНМ, если бы я разбирал этот момент, я бы все-таки пошел... Ну, понятно, что боль и воспалительный процесс, она просто уже физически обратила внимание на эту зону, и каждый раз вот это «я здесь недостаточно там, гладкую кожу имею», «я здесь не имею», там, ну, «веки у меня опускаются», еще что-то, я думаю, что это привнесенное внушение по поводу этой зоны, которую я хочу привести в порядок, а она в порядок не приходит. То есть, если с точки зрения ГНМ бы я разбирал, скорее бы пошел по такому пути. Но мне почему-то показалось вот с пазухами более актуальным. Не знаю, попал я или нет, но судя по обратной связи, что ощущение стало мягче, скорее всего, попал. Хорошо, у нас есть еще несколько минуток. Сегодня какой-то у нас длинный получился, длинная коммуникация. Я расскажу про миопию несколько слов, вот там, чтобы этим диагнозом уже тогда завершить. Если мы говорим о миопии, ну и диагнозе там близорукости и сильной степени, да, то есть там спрашивали именно про сильную, сильную миопию, да, она же есть нескольких степеней, вот сильная степень. Есть, понятно, что то, что касается глаз, мы обычно задаем вопросы, возраст почему такой, 37-38, по ощущениям, когда мы пошли в регрессию, в этот момент появилось изменение в ощущениях. Когда мы говорим про зрение, то два основных вопроса, что ты хочешь видеть или что ты потерял из виду, да, вот такое, что ты не хочешь видеть, на что ты глаза закрываешь. Но если мы говорим о близорукости, то опять же вот этот биологический смысл этого симптома будет говорить о чем? О том, что мне важно видеть то, что у меня перед носом. И чем сильнее степень, тем, грубо говоря, это больше вот прям на носу у меня что-то, мне нужно здесь что-то видеть, прямо перед глазами, перед лицом. Это не касается повседневной жизни, это касается такого сильнейшего страха, опасения какой-то угрозы, которая прямо вот, ну, у носа, то есть я в нее уткнулся, она все время вокруг меня присутствует. И есть еще обратная сторона, страх такого нападения сзади, но неизбежного нападения. То есть я точно знаю, что вот сейчас это нападение произойдет. И, соответственно, происходят определенные изменения в сетчатке. И если этот конфликт рецидивирует, почему при сильной степени миопии часто возникают вот эти уже невозможные с точки зрения медицины процессы восстановления, потому что каждый раз возникает сильнейший отек, отслоение сетчатки на отеке, и если при этом включается синдром, помните, избыточное накопление жидкости, а при такой опасности, когда все, я в эту опасность уперся и деться никуда не могу, синдром вполне может быть сопутствующим, я должен один с этой опасностью справиться, то происходит сильнейший отек, отслоение сетчатки и, соответственно, потом рубцевание, когда отек спадает и происходит вот эта фаза рубцевания, происходит изменение в сетчатке. И, к сожалению, это достаточно быстро прогрессирующий такой момент. Конфликт нужно искать, чего ты испугался до ужаса. Да, вот такой момент, и это может быть и в детском возрасте, и во взрослом, когда резко падают
зрение очень до сильной степени. Там минус 15, допустим, да, там вот эти моменты. Соответственно, чего ты испугался до ужаса? Что вызывает в твоей жизни этот ужас? С какой опасностью ты не можешь справиться? Какая опасность ну, перед твоим носом постоянно маячит? Вот такого рода вопросы стоит задавать при сильной степени миопии. Если близорукость слабее, там нужно искать несколько конфликтов. Я уже как-то об этом говорил. Первый момент: я хочу, там, не хочу на что-то смотреть, или я хочу сам не попадаться на глаза. Второй момент: там может быть внушение: смотри, не наделай ошибки, и появляется какая-то зона, в которой это зрение должно быть включено. И третий момент, ну, отчасти я уже его сказал, что я не хочу смотреть, постоянно в моей жизни присутствует что-то некрасивое, и я там не хочу на это смотреть. Поэтому разница принципиальная, если сильная степень миопии, там вот этот страх и ужас, скорее всего, в какой-то форме присутствовали. Это, наверное, что касается этого диагноза. Меня еще не отключают вроде. Давайте я посмотрю, может быть, еще о чем-то попробуем сказать, да, из таких моментов. Давайте я попробую рассказать про грыжу белой линии живота. Ну, вот здесь вопросы пишут, да, там, ну, ответы, что у меня улучшилось зрение, когда ушла с работы, там, с минус 3,5 на 2,5. Да, если зрение до минус 5, это, как правило, связано с каким-то сильным нежеланием что-то видеть, да, там вот, ну, постоянно видеть я не могу эту работу уже, или там видеть я не могу кого-то на работе. Либо второй момент, я о нем всегда напоминаю. Я не хочу попадаться на глаза начальнику, я не хочу попадаться на глаза училке. Помните этот простой такой пример из школьной жизни? Кто-то там не любит географию и не хочет попадаться на глаза училке по географии. Садится на четвертую парту, но поскольку он не хочет попадаться на глаза училке по географии, зрение все равно уменьшается, ухудшается. Я не хочу попадаться на глаза. Я не вижу, значит, и меня не видят. И, ну как, мы же все хотим своим детям добра, там ты сидишь на четвертой парте, видишь хуже, давай мы тебя посадим на первую парту. И я и так пытаюсь спрятаться от этой училки, а меня еще перед ней усаживают на первую парту. И зрение такое, и вниз по накатанной. Поэтому перед тем, как такие манипуляции делать, выясняйте те конфликты, которые могли привести к падению зрения, от чего ребенок закрывается и что он не хочет в своей жизни видеть. Ну и, соответственно, взрослые то же самое. Хорошо. Давайте про грыжу белой линии живота, и на этом мы сегодня будем завершать. Достаточно распространенный симптом, который проявляется. Если вдруг резко эфир оборвется, я прошу прощения, тогда я уже его продлевать не буду. Но я надеюсь, что этого не произойдет. С этим симптомом, с грыжей белой линии живота, я сталкивался еще, когда не знал про ГНМ ничего толком и работал мануально. Одно из моих любимых направлений была висцеральная терапия, и я достаточно много работал с животами у клиентов, и это достаточно часто встречающийся симптом, и более того, там мужчины вот там ходят в спортзал, тренируются, говорят, смотри, какие кубики, а потом при ближайшем рассмотрении эти кубики оказываются грыжами. Да, такие моменты тоже в моей практике были. Поэтому мы понимаем, опять же, берем алгоритм, какая ткань, из нее берем тематику и локализацию. И если мы рассматриваем ткани, белая линия живота, соединительная ткань, новая мезодерма, и мышечный корсет тоже относится к новой мезодерме, прямая мышца живота туда же будет относиться.
И мы понимаем, что это конфликты самообесценивания, да, так называемые конфликты сравнения с кем-то, конфликты невозможности защититься, конфликты невозможности защититься, как я недостаточно хорош, поэтому не могу защититься, да, от нападения. Тематика и вопросы: я что-то не могу, не смог, или я недостаточно хорош в чем-то. И если мы у женщин смотрим, да, там грыжа белой линии живота, часто бывает после родов или во время беременности происходит растяжение этой зоны, а потом возникает диастаз, и вместе с ним могут возникать грыжи. У мужчин это больше такой проигрыш в активной коммуникации, то есть на меня нападают, а я не могу от этого защититься. Это может быть начальник, это может быть, ну, если спортсмены, там, спарринг-партнеры или еще что-то, но мы все-таки берем социальную часть. На мои жизненные принципы или на мою жизнь в общем таком понимании происходит постоянно нападение. На меня нападают, а я этой зоной пытаюсь защититься, но этот удар пропускаю все время. И мы помним, что в конфликтной фазе будет происходить деградация тканей, ослабление функций и будет происходить растяжение определенное, а соответственно, в фазе восстановления будет происходить усиление, да, там окостеневание, наверное, как правильно сказать, усиление функции соединительной ткани плюс усиление мышечного тонуса. И вот здесь важно понимать, что и после беременности то же самое может происходить. Я пытаюсь защитить своего ребенка, который у меня в животике, но там врачи постоянно там какие-то обследования предлагают, постоянно прикасаются к животу, и я боюсь, что я недостаточно хорошо своего ребенка защищаю. Мне часто там какие-то обследования делают. К моему животу прикасаются, и я не хочу, чтобы это было, потому что я боюсь, что ребеночку там это навредит. И каждый раз, когда вы говорите «я не могу», «не смогла», «не хочу», «недостаточно хорошо защищаю», вот этот момент может просто повторяться, если есть включенность на эту тему. И, соответственно, все время происходит деградация, деградация, деградация тканей. Потом в какой-то момент, там, ну, если женщина родила ребенка или мужчина решил свой конфликт, смог себя защитить, отстоять свою точку зрения или там, ну, какую-то позицию социальную, или пошел в спортзал и стал качаться. Пошел в спортзал и стал качаться и почувствовал свою силу, что он теперь может защититься. И проявляются вот эти моменты, потому что мышечный корсет начинает усиливать, а соединительная ткань была растянутая, и она стало такой жесткой. Вот если представить полиэтиленовый пакет, да, который вы потянули, вот он до определенного момента его можно натянуть, а дальше происходит такое растяжение ткани, после которого деформация происходит. Вот примерно то же самое происходит здесь в соединительной ткани. Мышечный корсет, он гораздо быстрее отвечает на восстановление, мышца гораздо быстрее тонус получает, а соединительная ткань нет. И происходит дополнительное растяжение либо в этой зоне, либо в этой зоне. И дальше начинается выпирание. Я по практике, опять же, могу сказать, что основной аспект, если это грыжевой мешок не очень большой, и ну, там не происходит выпячивание внутренних органов в эту зону, или там без травматизма, а только обозначена эта зона, конечно же, при мануальной работе и решении конфликтов это тоже можно убирать. В моей практике была работа с белыми грыжами, и, в принципе, если они не очень большие, они уходят. Если это диастаз и с этим, ну, связаны вот эти проявления, конечно, там работы нужно больше проводить, и там, конечно, нужны определенные упражнения для того, чтобы удерживать и заращивать эту зону мышечной структурой. Соединительная ткань тоже восстанавливается, но она восстанавливается в зоне прочности, а мышечная структура помогает эту зону уменьшить. Это вот такой взгляд из, в том числе, сочетания мануальной терапии.
На мой взгляд, без мануальной терапии эффект будет минимальным, скорее всего, если это, ну, уже проявленное нарушение. Хирургия здесь практически, ну, если опять же, все зависит от зоны поражения, хирургия здесь стоит на последнем месте. Ну, на мой взгляд, это вообще как бы принцип, да, то есть хирургическое вмешательство нужно, если вы остальные решения не смогли применить. Хорошо, хорошо, друзья мои, вечер понедельника добрый, соответственно, вся неделя будет тоже доброй, и это все в ваших руках, вы можете делать добрым любой день, ночь, вечер и утро. Да? От этого это все в нашей власти. Я всех благодарю за эфир. Мы будем пока продолжать эти встречи по понедельникам. Я постараюсь присутствовать по возможности в понедельник. И пишите вопросы. Еще раз напомню про приют «Остров Надежды». Тоже помогайте животным, которые находятся в достаточно сложной ситуации. Хоть и под надзором людей, но кушать животным от этого меньше не стоит, да, то есть за это я тоже вас благодарю. Хорошего вечера, до новых встреч и отдыхайте.